Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту, так вот он называется, где я загружаю мемы, картинки с надписью, и за это, на этом я зарабатываю денежку. Мне много задают вопросов, люди или недопонимают, как бы, да, немножко, и маленький заработок. Мне легче одно видео записать, чем вот каждому напечатать, это все объяснить, это все долго печатать. Значит, хочу показать вам принцип работы. Значит, смотрите. Так, сейчас. Сделаю скрин. Не работает. Да ладно. Вот это баланс. Это у меня вот баланс, это вот у меня 37 сообщений. Я сегодня еще работать не начинала. Вот это баланс вывода. Минимальный вывод отсюда 1 доллар. У меня уже на балансе 1 доллар 86 центов. Это поинты. Поинты нам нужны для того, чтобы загружать картинки. Значит, мы ставим лайки участникам, и тем самым мы зарабатываем поинты. А когда нам ставят лайки участники с проекта, то мы получаем денежку. Значит, иду в дашборд и... История заработка. У меня, я еще работать не начинала, но у меня уже на балансе 11 центов. Всего за месяц этот у меня заработано 11 долларов. И общий доход у меня составляет 22 доллара. Я заработала с этого проекта. Здесь все мои начисления. Здесь вот по-разному и 27 центов я зарабатывала, 55 долларов. 43. Сегодня вот еще пока я работать не начинала, у меня уже 11 центов. И обратите внимание, у меня 37 сообщений. Вот здесь вот, вот это сообщение. Я кликаю сюда. И вот люди мне поставили лайки. Ставят лайки. Это вот столько народа. Это вот непрочитанные. Прежде чем отвечать ли вот на эти сообщения, конечно же, отвечать. Когда я начинаю работать, я сначала загружаю картинки, а потом начинаю отвечать на сообщения. Ставить ответные, то есть лайки. Вот. Сначала я начинаю вот с этих людей, которые мне прислали сообщения. Вот. Значит, нажимаю вот сюда контент, канал. И обратите внимание, нам доступно 6 каналов. Понимаем это. Используйте все по максимуму. Если вы загрузите один раз в день вот картинку, один раз в день загрузили и все, поставили там лайки, и вы ждете, что вам придет большой заработок, нет, друзья. Конечно же, большого заработка вам не будет. Здесь можно загружать картинки один раз в час. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И я вот начинаю загружать. Вот я каждый канал уже переименовала, поставила Елена 1, 2, 3, так до 6. Все, вот моя картинка. Возвращаюсь сюда. Иду в канал опять. Копируем себе свое название. Сейчас я загружу все картинки. Вставляю сюда название. И вот так вот я раз в час загружаю картинки. И у нас учитывают поинты. Вот, вот эти поинты за то, что мы загрузили картинку, у нас их высчитывают.
за одну картинку 25 поинтов. Вот здесь вот доступно поинтов 917. И за каждую картинку у нас высчитывают 25 вот этих монеток. И вот таким вот образом я загружаю картиночки. Сейчас я все загружу. Картинки должны быть с надписью. Не абы какие там. Вот. Чтоб они были с юмором. Там не как бы вот так. Не нарушайте правила. У меня было 35 сообщений. Видите, уже 37 сообщений у меня стало. Так, что я там загрузила, уже не помню. Это я загрузила. И вот я загружаю все картиночки сначала, а потом уже пойду отвечать на сообщения. Как бы здесь мы все... Ну, взаимосвязано все, понимаете? Нам ставят лайки, нам идет доход. Вот если я вот сейчас вот это вот загружу и все. И пойду я ставить, хоть 100 лайков я поставлю. И я за день ничего не заработаю, потому что от одного раза... Так, 6-я. Мне это ничего не даст. Вот. Так, теперь иду в дашборд. Так, я не сделала что? Я не сделала. Так, мне надо английский язык. Я сразу печатаю. О. Для себя это я делаю. Вот, все голосование, как бы уже знаешь, что. Можно хоть плюсик поставить. Хоть даже просто точку. Ну, как бы... И иду в сообщение. Вот этот мне постоянно. Опускаюсь в самый низ, иду, буду, пойду с самого низа. Вот этот человек тоже вот мне. Видите? Так, все вот. Картинки менять не обязательно. Здесь ничего. Видите, человек и не загружает. Ему и лайки ставить. Туда нажал. Почему-то. Видите, сколько лайков мне вот поставили. Аватарку ставить не обязательно. А если вы хотите на свой канал поставить аватарку, там размер, да, надо менять. Там 288 на 240 идет. И я пошла ставить лайки. Это вот уже... За, вот здесь уже у меня стоит лайк. Я кликаю сюда. Вот у меня 817... очков стало. И я ставлю комментарий. Теперь я нажимаю опять на название. Возвращаюсь к нему на канал. И в ответ. Конечно, это все взаимопомощь. Это все взаимосвязано. Вот я лайк поставила. Мне начисляются вот эти поинты. Чтобы я могла загружать вот эти картинки. Я вот человеку вот ставлю. Вот. Нужно вот такие картинки. А вот он мне поставил лайки. Мне пошла копеечка капать. Понимаем это, да? Потому что если вот я один раз загрузила и все, и до свидания. Сейчас я вот эти лайки. И до завтра, естественно, они мне все пролайкают. И доход будет, естественно, мизерный.
Все, я вот у него отбылась. Вот видите, просто ок поставил, кто-то поставил лайк. Я вот такой комментарий, кто-то вот ставит вот такой комментарий. Можно просто плюсик поставить. Можно, да хоть точку поставьте. Вот. Далее что? Смотрите, возвращаюсь на канал свой. Загрузить. Вот здесь идет отсчет времени, таймер. 57 минут до следующей картинки. По истечению часа я опять приду, как бы, и буду загружать новые картинки. Вот. И чем больше у нас картинок, естественно, тем больше у нас лайков. И тем выше доход. Вот. Не знаю, понятно, надеюсь, я объяснила. Это если я нажму вывод. У меня выведется копеечка. Вот. И вот каждого я буду вот так вот лайкать. Я вам показала принцип работы, как. Теперь следующий. Вот. И использую. Нам доступно 6 каналов. Аватарки ставить не обязательно. Но вот я поставила аватарки. Изменила как бы размер. А так, вот. Далее, как искать эти мемы. Новая вкладка. Вот здесь я кликаю картинки. И пишу. Например, забавные мемы. И пошли вот такие вот картинки. Здесь да, любую выбирайте и загружайте. Вот. Я вот так кликаю. Далее сохранить картинку как. Ни размер я не меняю. Ничего. Вот. И сохраняю. Нажимаю сохранить. Она сохранится у меня. У меня сделана отдельная папка, как бы. Пожалуйста. Еще мем. Опять сохранить картинку как. И сохранить. У меня все сохранится. Вот. И здесь, пожалуйста, можно здесь вот еще есть всякие разные. Вот. Животные мемы. Да вот видите, здесь вот на любой вкус и цвет. Что угодно можно. Вот, сохранить картинку как. И загружайте. Вот. Надеюсь, вам понятен принцип работы. Вот. Здесь можно рекламировать. Я здесь ничего не рекламлю. Я здесь работаю чисто на вывод. Вот. И вот здесь как бы у меня идут люди, на которых я подписана. Поняли, да? Вот. И вот я попала к человеку. Вот это Алекс43. Он мне постоянно кликает. Я так склонна думать, что это русский человек. Вот. Потому что у него... Ну, это я так. Это думаю, что он... Почему? Потому что у него картинки на русском языке. Вот. И вот я у него тоже... Вот он мне постоянно ставит лайки. И... Естественно, я в ответ ставлю. Вот. Вот такой вот принцип. Я вот тем самым кликаю, ставлю лайки. Я зарабатываю вот эти поинты. А он мне вот поставит лайки. Мне капнет копеечка. Взаимопомощь. Здесь все взаимосвязано. Понимаем, да? Здесь ничего сложного нет. Только не нарушайте правила. Потому что здесь администратор, он проверяет все. Все эти картинки.
Кликаю на каждую картинку. Хорошо, когда канал хотя бы подписан, потому что чтобы не запутаться. Вот. И используйте по максимуму 6 каналов. Делайте 6 каналов. Чем больше картинок, тем больше доход. У некоторых по одному каналу, по 2 канала, по 3. Вот. И вот таким вот образом я себе зарабатываю очки. А он кликает меня, я зарабатываю копеечку. Надеюсь, информация моя была вам полезна. Тут ничего сложного. Да, надо, отвечайте. Если вам ставят люди, пишут вот такие сообщения, значит, они вам поставили лайк. И вам капает копеечка. И, пожалуйста, отвечайте им взаимностью. Потому что здесь мы как бы все взаимосвязано. Вы ставите лайки людям и тем самым зарабатываете поинты, чтобы вы могли загружать картинки. Они вам поставят лайки, вы зарабатываете денежку. И чем больше картинок, естественно, тем больше у вас будет лайков. И вот почему я ставлю вот эти комментарии. Я вот загрузила актив. Вот где я вот только недавно загрузила картинки. Вот где мои картинки? Вот они улетели. Вот. 6 моих каналов. И уже после меня поставили, вот загрузили люди картинки, да? И будут еще загружать. И они улетят, улетят и улетят. Кто вот будет мои картинки здесь искать? Правильно? Никто их не будет искать. И потому что вот я вот поставила лайк, поставила комментарий, оставила, человек зайдет в эти сообщения, и он видит, да, что я поставила лайк. Будет здесь мой логин стоять, и он тем самым кликнет на меня, потом кликнет опять на меня. И попадет на мой канал и мне в ответ поставит лайки. Вот таким вот образом. Ну, в принципе, ну, все уже разжевало, все показало. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Загружайте картинки. Доступно раз в час. Чем больше картинок, тем больше заработок. И, естественно, отвечайте взаимностью. До новых встреч!